Живое аквариумное растение, ричия плавающая, меристемное. Растение выращенное в лаборатории, поэтому без улиток, без болячек, без заразы всякой, без водорослей. А растение находится в герметичной баночке, скрывать которую только лишь перед высадкой в аквариум. И в питательном геле, который необходимо будет перед высадкой смыть, дабы избежать водорослевой вспышки, так как гель высокопитательный. Сзади на этикетке краткое описание и условия содержания. А ниже рекомендации, общие рекомендации по посадке растений. А растение популярное, все аквариумисты в принципе его знают. Хорошие, качественные растения.